У нас в гостях вот такая 6. Руль дерева. Салон. Красота. Ухоженный автомобильчик. Но есть проблемка. Она не запускается. Я тут немножко продиагностировал. Чуть-чуть совсем. Да, и тут 2.7 битурбо. Чуть-чуть продиагностировал. Посмотрел. И как вы думаете, что? Ошибки только по датчику температуры охлаждающей жидкости. Но у нас не видит диагностика наша. Не видит обороты коленвала. Мне кажется, что обгорела проводка датчика коленвала до самого датчика. Ну, посмотрим. Добираюсь до датчика коленвала. Интересную особенность увидел. Во как. Ухо поломали. Интересно. Зачем? Я накинул новый датчик. Старый не достал, потому что старый там немножко запутан. Но это если что достанем. Так, бустер стоит. Пробуем запустить. Сейчас посмотрим, запустится он или нет. Так, зажигание есть. 166 тысяч пробега. А старта нет. А вот это уже интересно. Топливо проверил. Топливо качает, все отлично. Искру. Дежурная свечка. Проверил. Искра появилась. Интересная ситуация. Импульс на форсунку. Тоже проверил. Есть. Сейчас будем пробовать запускать. Все присутствует. Давай. Пытается схватить, но не схватывает. Еще раз. Интересно. Давай еще раз. Датчик температуры жидкости минус 32 градуса. Это мне, конечно, не нравится, но оно бы запустилось. О, скорость двигателя есть. А запуска нет. А мертвец-то ожил? Ну, не полностью. Он ожил. Очень страшные звуки издает. Уже не издает. А что тут пропуски? Будем посмотреть. Дымит ужасно. Получается, из-за датчика температуры у нас богатая смесь была, он заливал его. Я подкинул свой датчик температуры, и она кое-как запустилась. Итак, как бы сказал Эльдар Автоподбор, наш мертвец оживает, но не до конца. Я датчик температуры накинул. Он здесь там внизу, четырехконтактный. Свой просто навесом. И она более-менее стала запускаться. Но все же пропуски. Тут непонятно, что творится. Что-то мне подсказывает еще тут с давлением топлива проблемы. Топливо есть, но на давление я еще не мерил. Поэтому надо посмотреть. И еще у меня такое предположение.
что все-таки у нас форсуночки либо нужно помыть, либо заменить. Ну, пока мы поменяли только датчик коленвала и датчик температуры накинули. Уже хорошо, уже запускается. Правда, дымит как сволочь. Ну, правильно, она бензина туда столько в глушитель набила. Ну, ладно. Передвигается это хорошо. Продолжаем оживлять мертвеца. Так, температурный датчик я поменял. Стоял No Name. Ну, непонятно, там вообще обозначений не было. Ставил оригинал. Вот там стоит. Трубка вентиляции не выжила при демонтаже. Поставил тоже. Датчик коленвала стоит. Теперь надо покататься на ней. Посмотреть, как она себя работает, как она себя ведет, как работает, что еще вылезет. Что еще будет интересного. Интересная работа. И почти заглохло. Почти. Почти. Ну, а еще у нас пропуски по третьему. В шестом тоже один был пропуск, но это я этот форсунку снимал. Пропуски по третьему. Вот он насыпает на оборотах там. На оборотах он его отключает, правильно? Отключено. Сейчас включено. И давай. Ну вот, посыпались пропуски. Осмотр свечей, перестановка катушки и так далее. Так, она вот постояла, я ее хочу запустить. Как же она запустит? На пропусках воспламенения в третьем цилиндре? Хреново она запускается. Сейчас разберемся с пропусками, а потом дальше будем посмотреть, что такое. Наверное, еще давление топлива все-таки померяю. Там посмотрим. На Audi, на V-шках, V-образных моторах, стоя лицом к мотору, считаем цилиндр. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Нас интересует третий. Вон там. Сейчас достанем катушку и посмотрим свечу. По свечам. Вот это у нас третий цилиндр. Ну, ясно, цвет свечи говорит о том, что у нас богатая смесь, у нас... Датчик температуры показывал минус 32, налила безбожно, но все же, если здесь присмотреться, то тут как бы искра вот проскакивала, а здесь не пробила полностью. Сейчас я их почищу и поменяю местами катушки для начала. Я тут подписал второй, третий и попробую запустить, посмотреть, что оно будет. Почистил свечки, поменял свечу и катушку местами. Но работает нестабильно. Так, распознавание пропусков. По нулям. Но теперь шестой. Насыпает. Лезем к шестому. Заменил катушку и свечу перекинул на пятый. С пятого на шестой пропуски. А еще появились опять пропуски в третьем. Третий и шестой. Шестой прям насыпает. Пришло время ожить лямбдам, а они не ожили. Вторая лямбда под... Ну, первая лямбда по второй башке. Плюс 25 коррекция, а первая вообще не выходит. На связь коррекции нет. Короче, оно тут все заглохло. Мы опять заливаемся. О, так, замена лямбды. Мне нравится, после замены лямбды у меня в минус 25 улетело. А по второму ряду первая лямбда в плюс 25 улетела. Обалденно. Это получается, одна башка льет, а вторая где-то подсос или не доливает.
Ну, первый подсос воздуха я обнаружил легко. Второй у нас труселя порваны. Короче, вот тут вот. Блин, не видно. Сейчас попробую вам показать, если получится. Вон оттуда там. Во. Как бы посветей. Во. Там прям шлейф хороший. Надо сначала это удалить, устранить. Вот это. И потом что-то мне там и под шестой форсункой, мне кажется, ссыт. Воздух. Хотя тут сильно дует. Кстати, Геннадий Алексеевич наш восстал из пепла. Растет прям классно, ему все нравится. Все обалденно. Ждем плоды. Продолжаем с цепятой. Труселя. Поменял. И коррекции у меня выровнялись по обе ГБЦ в минус. Получается богатая смесь. И пропуски мнимые теперь. То третий стабильно был, третий и шестой. Теперь иногда шестой, иногда второй, иногда четвертый. Что-то тут интересное. Сейчас вот еще хочу погреть. Но все равно у меня предположение на форсунке. Сейчас я еще раз его задымлю. Потому что такая дыромаха была. Ну вот. Да, поставили оригинал. Занавес. Вот это да. Опрессовал, нет, ничего. Только дым пошел. А2.7, помните? C5. Седанчик, который мне мозг вынес по коррекциям. У меня коррекции выходят на нормальный лад. Уже более-менее что-то вырисовывается. Так, вот не отсвечивает. Вот. Давай. Что-то вторая ГБЦ немножко отстает, но это еще поправим. Но уже что-то оживает. Уже если график вывести, то лямбда у нас практически как надо работает. Да, бывают падения, но все же. О, сейчас опять в минус 20. Многовато, очень много, очень. Но разбираемся. Так, по цепятому я забыл вам доснять. Работает стабильно, так как у него лямбды не широкополосные, а такие простенькие. Лямбды поменял, одну лямбду поменял, правую сторону. Более-менее смесь выровнялась. Я грешил, конечно, на форсунке, но перед этим мы на ней хорошо прокатились. Все более-менее адаптации набирается, все более-менее стабилизируется, и пропуски проходят. Пропусков сейчас практически нету. Кое-где там пропуск. Короче, надо ее прожечь хорошо, дать ей дрозда, и будет жить. Ну, а так форсуночки под вопросом, хотя по таймингу впрыска все идеально. Я бы промыл бы для профилактики, и все. Руль деревянный, да, интересный. Так, я сейчас поставлю все пластики и буду сдавать. Сиат, продолжаем. Помните его? Помните? Свечечка. Напоминаю, вот такая вот свечечка. Вот обратите внимание, свечки, да? Этот клиент сам купил. Вот он, золотистый цвет. Маркировка ВАГ. Все. Но это жалкая пародия. Это не оригинал. А вот он оригинал. Даже шрифт нанесения уже другой. Отличается. Но визуально видно. И цвет свечи другой. И зазор электрод другой. Вот это оригинал. А это неизвестно что. Китайское. Хотя Japan написано, ё-моё.
Ну, отжапанил этот джапан. Вот как здесь маркировка джапана, ну сейчас. Вот. И как здесь. Видно? На оригинале оно грубее пробито. И цвет сразу выдает. Вот именно цвет свечи металла сразу выдает не оригинал. Померил я компрессию все-таки на всякий случай. Ну, 8 там, с натяжкой 9. Да. Сейчас вкручу свечи и отпущу. Audi опять. Я тут взорвал пол салона. Во как. Все потому, что меняем штатный экран. Мультимедиа. На домашники, на театр. Ну, размер будет. О, лапоть вот такой. Сейчас покажу. Вот такой лапоть будет. Чтобы понимать, внутри ладони, наверное. Как установлю, покажу, будет интересно. И вот такой Android. Во. На пол торпеды, блин. Подключить телефон. Ну, настройки это будет уже. Клиент сам настраивать. Блин, бардачок, я не знаю. Раз, два. Два внизу. Три, четыре, пять, шесть. Еще вот здесь, блин, придумали. Да, экранчик, конечно, шикарный, шикарный. Я уже продолжаю на финиш идти. Собираю. Прикольно все было с переходниками. Все подключил. Ничего даже тянуть, ну, не пришлось ни подключать, ни резать, ничего. Все штатное подключилось. Ну и вот так вот у нас вышло. Так, это музыка. А ну домой. Единственное, он шатается. Лапоть большой. Хотя прикрутил. Car Info. О, даже все по-русски. А, это можно регулировкой. Ну, все работает. Прикольно. У меня тут кругом творческий беспорядок. Правильно? Гений правит в хаосе. Ну, это мы уберемся, ладно. Не о том. Я тут детство вспоминал. Напиливал закидушки. Вспоминал, как с отцом пилили, снаряжали макушатники, как вытянули карпа на 3,5 килограмма. Он был мне в ногу размером тогда. Пытался, пробовал. Лобзик криво пилит. Ну, это толстое. Потом нашел тоненький пластик. Вот такой. И напилил с них. Ну, прикольно. Такая ностальгия прям. Кузьмича покормил. Да, Кузьмич? Приятного аппетита тебе. Надо твою лежанку постирать. Точно. Сейчас и постираем. Вот это техника. Вот это техника. А фонарь какой? А кто у нас тут спрятался? Вася, это ты, Вась? Это да ты, я Вась? Его поймала. Здравствуйте. Вы вылезли поздороваться, да? Добрый вечер. Вы куда собрались?